Контракт, давай. Прикинь, нож будет. Прикинь, нож, реально, я прям в шоке. Рипер! Тут можно крафтить ножи! Всем привет, дорогие друзья, у микрофона Велес, у нас сегодня Рома Грис. Всем привет. Итак, ребятушки, вы много раз нам писали. Чувак, Веля, вот расскажи, steadydrop.ru, ты на видосах, ты на стримах открывал там кейсы. Вот расскажи про этот сайт. Без проблем, я готов вам про него рассказать полностью вместе с Ромой Гризом, потому что это его любимый сайт. Вот вы просто вообще вот видите, вот так вот, типа, это его аккаунт, там 6900 рублей просто поднять, это капец как. И, ребятушки, очень важная инфа. Все арканы, которые мы будем выбивать, все самые клевые арканы, которые мы выбьем с этого сайта, мы будем раздавать подписчикам, то есть вам. Поэтому с вас подписка, колокольчик, лайк и комментарий, ребята. И тогда мы выберем именно вас. Троих, я думаю, мы победителей выберем. Потому что один это не очень, два это ну так, а вот три это самое то. Трех победителей мы выберем и выведем с этого сайта арканы именно вам на аккаунт. Поэтому, ребята, все узнаете. Подписка, колокольчик, лайк и коммент. Ну что, Роман Александрович, рассказывайте. Во-первых, чтобы получить от нас аркану, нужно обязательно прожать лайк, колокольчик и написать комментарий к этому видео. Только так у вас будет шанс получить аркану с этого сайта от нас. А теперь расскажу, чем мне нравится этот сайт. Во-первых, здесь есть контракты. Это круто. Мини-игры мы их сегодня посмотрим. Вот я люблю мини-игры, на самом деле. Бесплатные кейсы каждые 3 часа. Это все очень круто. Плюс реферальная программа. Вы можете приглашать друзей и зарабатывать на том, что они открывают кейсы и, в принципе, заходят и регистрируются. Это очень круто. То есть я могу 10 своих друзей пригласить на этот сайт и получать, как бы, типа, проценты, да, с их открытий кейсов. И все это вот-вот, партнерская программа. О, офигеть. Вот, очень круто, типа... Первый, второй, третий, четвертый. Нифига, шестой уровень, это 6% от пополнения. Все, Веля богатый, пацаны. Так что мне только нужно найти друзей, которые, да, тоже играют в стендов. Погнали, давай вот давай кейсы открывать. Давай. Давай начнем с кейсов, которые есть в стендофе. Стандартные кейсы. Стандартные кейсы. Давай, вот ты у нас везучая рука, открывай кейсики. О, кстати, да! Самая вот именно моя любимая фишка, это можно 5 кейсов подряд открывать, да. Это же офигенно. Ну чё, погнали, сразу 5 кейсов откроем. Открываем. Давай. Итак, рулеточка потихонечку пошла. Итак, это у нас Origin кейсы, и нам выпадает... Прикинь, сейчас сразу нож какой-нибудь выпадет, я просто офигею. Итак, погнали, смотрим, нам сейчас выпадает... О, Pathfinder статрек. Статрек гуль, кстати. Офигеть, нормально, пойдет, мне нравится. Ну, в общем, оставляем. Слушайте, мы уже потрафтим. Окупились. Мы окупились с первого, блин, кейса, чуваки. Офигенно. Кстати, мы же выложим ребятам ссылочку в описании. Конечно. Ссылочка в описании. У нас будет промокодик? Ну, есть только наш реферальный. Не, без реферальных. Просто ссылочку на сайт выложим, и чтобы вы смогли открыть офигенные кейсы. Итак, с первого кейса мы окупились, давайте дальше открывать, смотрим. Ну, рядом байонет. Рядом байонет, но у нас есть офигеть, статрек гуль, и статрек еще... О, еще мы окупились, чувак. Слушай, офигеть. Пойдет, еще открываем? Давай, давай. Из всего этого мы будем крафтить. Открываем. Открываем, смотрим, ну же, Origin кейс, хочу нож. Вот капец, как хочу нож. Итак, нам сейчас выпа... Ой, G22... 2 G22 Nest! Пойдет! Нет, жестко. Чуваки, третий кейс, мы окупаемся. Ну, вы это видите? Тупо это окуп. Вот, еще открываем. Вот по поводу первых двух кейсов, у меня, конечно, математика сложно работает, но с третьего кейса, пацаны, это окуп стопроцентный. Прям реально стопроцентный окуп. Давай, слушай, неплохо, мне нравится. Я, вот что-то я прям... Прикинь, там чуть ли два ножа не выпало, офигеть! Вау! Ну, здесь мы не окупились. Здесь мы, да, вот мы не окупились, но чуваки, как бы, последний вы разок. Это видели, там могло выпасть два ножа подряд. Это просто было бы... Чё, простите, вообще происходит? Кстати, интересная тема, которая мне тоже нравится на этом сайте. За каждое открытие вы получаете здешнюю валюту. И за нее потом можно бесплатно открывать кейсы. За валюту. О, да. Смотри, статрек! А вот здесь мы окупились. Нормально. Точно. Блин, окупились. Круто, крутецки. Что, идем так, к следующему кейсу? Давай к следующему кейсу. Что у нас там дальше? Furious кейс, да? Да. У нас дальше Furious кейс. Давай также по пятюнечке открывать.
Давай по пятюнечке. Нифига себе, ребята. Здесь керамбита. Слушай, а у нас еще плюс две арканы, но я думаю, что мы будем крафтить арканы, чтобы прям какие-нибудь прям еще сочные, смачные были арканы, да, ребята? Погнали, Furious Case. Итак, что же нам сейчас выпадет с этого кейса? Давайте, ой, сколько ножей, сколько ножей, сколько ножей. И немножечко ну, здесь нам... Forest Spirit да, есть. Здесь Forest Spirit, немножечко... На... А, мы, стоп, мы окупились? Мы окупились. Мы окупились? Да. А сколько кейс стоит? 200? Да, слушайте, Forest Spirit 300 рублей стоит. Мы окупили все 5 кейсов. Окупили, офигеть. Офигеть просто. Не, ну тупо лайк, ребята, как бы, смотрите. Я просто в шоке, вот, очень клёво, когда ты сможешь сразу 5 кейсов открывать. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Фамас Фури, статрек М... 2 статрека! О. Господи, тупо окуп. Слушай, тоже окупились. Тупо окуп. Слушай, а чё так это имбово? Еще открывай. Давай, 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 давай. У нас есть Фамас Фури. Я думаю, что Фамас Фури это первый аркан, который можно... Посмотрим. А, вот давай, а может вот быть еще и ножи выпадут. На этапе крафтов мы посмотрим. Да. Давай. Так, и вот, ну, кстати, вот, мы... да, этот кейс, вот именно сейчас нас немножечко, так сказать, скинуло. Еще разок. Давай, еще и разочек. И перейдем к следующему кейсу. Еще разочек. Еще же есть веля-кейс. Еще есть веля-кейс, конечно же, мой именной кейс, я его обожаю, серьезно. Итак, Furious кейсы, ну же, какой, ой-ой-ой, керамбит скретч! Пойдет! Нет, слушайте, тупо, все, это вот офигеть. Это идет точно на раздачу. Я не понимаю, как можно столько кейсов открыть и почти все окупить. Вообще все окупили. Это просто безумно, чуваки, как? Тут еще и нож выпал. Так, давай, давай вот, дальше, rival кейс идем. Вот rival тупо кейс откроем, также 5 штук. Чувак, мы уже один нож на, типа, ну, ребяткам, подписчикам выбили, офигенно. Давай, пятюнечка. И открыть обычно. Мне нравится, открывай. Когда там, типа, эта вот тема да, делается да. Когда она крутится, я вообще кайфую с этого с этой прокрутки, так сказать. И потихонечку, так знаешь, так потихонечку начало крутиться. Итак, Rival кейсик. И сейчас нам по... Ой-ой-ой-ой-ой, там был Дженнис, аккуратно. Статрек, куча статреков. Окупились? Да. Нормально. Хорошо, давай дальше. Или, нет, чуть-чуть не окупились. Ну, вот, ну там, типа, знаешь, да. Вот если ты там, типа, на минусе, там, в 50 рублей, это вообще, то есть, ни о чем, на самом деле. Вот. Так, погнали, это мы второй раз крутим 5 кейсов. Смотрим, что нам сейчас вы... Ой-ой-ой. Ну, блин, о, ладно, некромантер. Некромантер, хорошо. Хорошо, но здесь мы не окупились, это не окуп, да. Это не окуп, хорошо, давай дальше. Как бы, потому что, блин, чуваки, это... Давай, крутись. Я хочу еще аркану. Это просто бомбически. Вот, по сути, у нас из арканы, типа, 2 G22, 1 Фури и 1 нож скретч. И... О, да ладно, еще и Рипер, чувак, да ладно. Я тупо не верю, за 1,5 косаря нож. Нет, чувак. Нет, это... вот теперь мы обязаны выбить еще один нож и отдать да, просто 3 ножа. Да, слушай, ребятам. Давай реально мы возьмем еще нож, выбьем и как бы, ну, отдадим ребятам ножи. Открывай, я кайфую. Все, я кайфую. Да-да. Это просто капец. Давай мы так, типа, мы сейчас rival кейсы докрутим, пойдем сделаем пару контрактиков. Вот, и типа, ну, блин, это уже просто сочное мясо какое-то происходит. Так, здесь у нас 2 или 3, по-моему... Ну, немножко, не, ну, вообще не окупились. Давай твой кейс покрутим. А давай мой кейс покрутим, в принципе. Давай. Кейс Вели, заглянуть. Открыть также 5 штук, да. Да, также 5 штук мы откроем. Вот единственное, плохо, здесь не пишется, что может выпасть. А ты ниже пролистай, вот. А, вот, все, ну, отлично, здесь тоже может выпасть да. Нож. Там, кстати, М9 даже, нормальная тема. Ну что, давай, крутим. Так, вот мы, это уже мы, подороже да, будет. Мы, получается, выбиваем нож еще один, да? Да. Хорошо, ну как выбьем, так и выбьем, хорошо. Итак, кейс Вели, мой кейс, тут очень много прикольных ножей, и давай-ка мы откроем и посмотрим, и это... Байонет. Да ладно, еще нож! И... Трежер Хантер. Подожди, стоп, я тихо. Подожди, я не могу в это поверить, стоп, Саямба. Трежер Хантер. Статрек, ладно, хрен с ним. М9 Байонет.
Некромансер и Некромансер Статрек. Это капец, братан. Это капец. Вот был жирнейшее, просто чувак, жирнейшее открытие. Я понимаю, почему ты столько бабок на этом поднимаешь. Это вообще жесть. Я серьезно понимаю, это вообще капец. Чем мы давай еще откроем? Да, конечно, еще раз потом откроем. Потом пойдем покрафтим. Покрафтим немного, ну, да. Давай, это просто что-то. Еще в мини-игру сыграем. Да. То, кстати, да, вот та самая мини-игра офигенная. Типа сапер, что-то вот такое вот. Итак, давай посмотрим. Итак, опять нож! Нет! Еще один нож! Офигеть, чувак! Я не знаю, как это можно? Я так полагаю, что мы тот, который Ascent, мы его продадим. Угу. Вот, так как Bayonet Scratch, там Bayonet Scratch, да, и он стоит подороже. Чувак, давай переходим в крафты. Давай мы сейчас что-нибудь прям еще лютое покрафтим. Давай. Погнали, контракты. Контракты идем. Офигеть, у нас сколько ножей. Посмотри, сколько ножей, да. Раз, два, три, четыре ножа, чувак. Просто давай четыре ножа. Начнем со статреков. Давай, потратим со статреков. Вот, из таких, ну, вот стрёмненьких статреков. Давай, окей, посмотрим, у нас есть статреки, давай посмотрим. О, слушай, Винджи статрек. Забираем. По-моему, хорошо. Давай дальше. Не, мы его не выводим пока, не выводим. Не, мы его не выводим, мы делаем контракты дальше. Мы будем выводить челикам на, ну, то есть подписчикам на аккаунт. Что если мы, короче, вот этот нож скрафтим? Давай. Мне просто интересно. Давай. Видишь, давай. До трех косарей, короче. До трех косарей, а что если мы докинем сюда еще, типа... Не, подожди, давай, типа, М4, вот, ну, типа, статреки. Топовые, и да? Нест еще закинем, давай. Давай, Нест закинем. Давай. И Фамасхал еще, вот, да, тоже статрек. Пойдет. Чувак, что может быть такой, таким дорогим? Опять он? Ну, мы в минусе. Ладно, окей, мы в минусе. Окей, слушай, а что, если мы сделаем крафт из... Я вот хочу статреки докрафтить, вот, все, которые давай, вот еще. Ага, отлично. И нам сейчас выпадает. О, ну, Акер Railgun статрек, хорошо. Знаешь, что я еще бы покрафтил? Давай арканы покрафтим. Хорошо. Это у нас Forest Spirit, фури обязательно. Фури. Еще наверху там было два Treasure Hunter. Так, два Treasure Hunter и еще один... Давай нож, типа, нож закинем. Не-не-не, это бесполезно. Это бесполезно? Больше, чем нож, мы не получим. Во-во, еще типа Nest. Это будет по умолчанию в минус. Да, еще Nest. Контракт, давай. Прикинь, нож будет. Прикинь, нож, реально, я прям в шоке. Рипер! Тут можно крафтить ножи! Чувак! Вот это круто. В стендове нельзя крафтить ножи, а здесь можно. Знаешь, мы не совсем окупились, но тем не менее мы все равно получили нож. Чуваки, нож! Это априори круто. А вот что если мы просто скрафтим вот парочку каких-нибудь вот дорогих скинов? Ага. Не обязательно все. Давай. Вот, какие у нас самые дорогие есть? Ну, да вот, допустим, там, вот этот. Да, давай что-нибудь вот, из смотри, статреков. У нас два типа сейчас вот есть, угу. Да? Вот давай туда докинем некромансер. Ага. И вот что-нибудь еще. Можно две М4 Pro закинуть. Ну, давай, вот, посмотрим, давай, что так. Вот сейчас, ну, будет. Это недорогой крафт. Это, да. О, статрек. И мы из Неста обычного сделали статрек. Вау, просто вау, я в шоке. Кстати, это тема. Ну что? Вот давай сейчас подведем вот небольшие итоги и еще поиграем в мини-игру. Давай. Какие ножи мы будем выводить подписчикам? Керамид Скретч. Окей. G-Commander Reaper. Хорошо. И Bayonet Scratch. И Bayonet Scratch. Это... Из трех коллекций. Слушай, тихо, подожди. 2К это Bayonet Scratch, 1500 это Reaper и 2500 это Scratch. То есть мы, грубо говоря, подняли на сайте с 6000, сколько мы, ну дофига, мы, наверное, 2,5 плюс 2200, да. Это у нас 4700. Это 4, да. Здесь, и плюс еще 1500. И еще смотри вниз, какие есть дорогие скины. В принципе, вот, мы, в принципе, да. Мы сидим в ноле, грубо говоря, ну, не выше, ты выше сделай, еще выше. И у тебя еще 2500 остается на аккаунте. А, ну точно. То да. есть мы где-то 7-8 апнули. Вообще. Отлично. Все, можно, короче, идти в. Это учитывая то, что мы еще в минус себе сейчас немного покрафтили. Да. Чисто по фану. Давай, короче, сейчас в мини-игры уйдем и на 2,5, короче, сыграем. То есть, давай. Мы должны поставить скины сюда. А, скины по. Да. Вот. Давай какие-нибудь вот хорошие скины ставить. Давай вот хорошие, так, чтобы поинтереснее, да, было. Ну, статреки тоже можно ставить, в принципе. Где вы еще такое увидите? Так, 200... Но... Все, давай так. Все, вот, давай. Сколько вот у нас остается? О, 360. Я первый играю. Давай, ты первый играешь. Погнали. И понеслась. Грузись. А ты нажал на кнопочку? Да.
Так, мини-игры. О, отлично. Короче, идея заключается в том, что нам нужно угадать клетку, в которой нет бомбы. И вот это множитель. То есть, чем дальше мы уйдем, тем на, ну, вот на вот эту цифру умножится наш баланс. Ну, вот это будет типа круто. Братан, давай. Ой, это было близко. Это было очень близко. Хорош, хорош. О, пойдет. Слушай, я вот сейчас больше двойки не буду, наверное. Давай. А я хочу, короче, до тройки пойду. А, ты проиграл. Так, подожди. Да, сейчас я сыграю. Короче, знаешь, что я хочу взять? Я думаю сыграть на просто статрек, ну вот на вот этот скин, вот, и на какой-нибудь еще вот такие вот скины. Все, у меня вот здесь 460 рублей. Больше, чем я. Отлично, да. И как раз сейчас сыграем. Я хочу довести до тройки. Давай сюда. Найс, это было близко. Блин, страшно. Сюда, отлично. Сюда. Ну? А, нормально, я уже думал, я проиграл. Я тоже подумал, то, что ты сейчас проиграешь. Слушай, а давай теперь вот сюда. Отлично, так, двойка у нас есть. Что, рискнешь? Да, я рискну, все, пацаны, я рискну, все. Риск — это мое второе имя. Вот сюда. Хорошо, тихо. Блин, я боюсь. Давай посередине. Давай это последнее будет. Да. Давай. Посередине. Забираем 1300. Забираем 1300, чуваки. О, баланс, все, увеличился. Просто отличная тема. Ну чё, бро, давай подведем итоги. Мы сегодня с тобой дофига ножей подняли. Еще вот это дело мы сейчас продадим. Вот этот нам не нужен. Давай, можно продать. А можно на нее сыграть? Или, давай продадим. Ладно, у меня просто, типа, я очень этот... Я очень, это сказать, азартный. Мы офигенно окупились. У нас куча ножей. Куча ножей. Прикинь, 4 ножа. Раз, два. Три. Нет, этот я продал. А, окей. 3. 4. 4 ножа. Нет, это тоже в контракте. А, это в контракте? А как мне понять? Вот, доступно на вывод. А, вот. Все. А, у нас все равно есть. Еще один нож. Ладно. Ну, короче, чувак, это офигенно. Нет, это, короче, глюк. У нас 3 ножа. 3 ножа, хорошо. Итак, чуваки. Подведем итоги. 3 ножа, это офигенно, просто вылетают на раз-два. Короче, что мы будем делать? Вы должны обязательно быть подписанным на канал, у вас должен быть колокольчик на канале, вы должны поставить лайк и просто написать в комментарии, что, ну вот, вы участвуете, да? Что вот вы участвуете в этом. И я думаю, что мы вас выберем, вручим вам нож прям со стендропа, ой, за стедидропа. Steadydrop.ru, ссылочка в описании, конечно же. Вот, вручим вам нож прям на аккаунт, прям выведем с этого сайта. И вы еще попадете в следующий ролик. И откроем вам кейсики, ребята, откроем вам кейсики. Да. Ну что, сайт просто пушка, steadydrop.ru, мне дико понравилось. Мы прям реально окупились прям ну, вот раза в два точно. Ну, ребят, спасибо огромное за просмотр, это было бомбически. Я реально в шоке сейчас сижу, что так можно было. Это, блин, офигенно. Ну все, спасибо за просмотр, ребята. Увидимся в видосах и на роликах. Пока. Пока.